Привет всем, вы на канале Аня Газет, мама-домохозяйка. Меня зовут Аня. И как всегда, каждый месяц на моем канале выходит видео о пустых баночках. Обычно это бывает 30 числа каждого месяца, но так как в феврале не 30 дней, выходит сегодня 28 числа. Вот, давайте посмотрим, какие средства у нас закончились. Начнем с бытовой химии, наверное. Вот такое средство для посуды. Сорти, спелый лимон, удаляет жир. Большая бутылка, здесь 900 грамм. В принципе, нормальное средство. Я мою посуду чаще всего в холодной воде. И это средство неплохо справляется с жиром, с загрязнениями на посуде. В принципе, нормальное такое вот бюджетное средство для посуды. Далее. Закончился у меня отбеливатель без хлора для цветного и белого белья. Кристон называется, вот так вот, супер. Пакетик 75 грамм, стоит копейки, в Ашане покупала. Очень классное средство, я использую для детских школьных рубашек белых. И отлично вообще отстирываются воротнички, манжеты. В общем, возьмите на заметку, дешевое такое средство и хорошо отбеливает и прям освежает белый цвет рубашки, как новые после стирки. Также обычное вот такое вот детское туалетное мыло, копеечное, самое-самое, какой ни на есть дешевое. Берем просто для мытья рук на кухне, там или тряпочку какую-нибудь застирать. В общем, нормальное мыло, долго не смыливается, хорошо пенится, в общем, нормально. Так, дальше. Покажу такой пакетик от металлической мочалки для мытья посуды. Покупаю в Ашане, 10 рублей цена такой мочалочки. Они самые лучшие, знаете, не ржавеют, не сыпятся. Отличные вообще мочалочки вот эти вот. Тоже возьмите на заметку, в Ашане они самые нормальные. Так, дальше. Что у нас тут? Ватные диски купила недавно в фикс-прайсе. Вот такие Aura Classic. 100 штук. Знаете, диски неплохие. Обычные, знаете, ничего особенного. Но хочу заметить, сравнить их с ашановскими, потому что я практически постоянно покупаю в Ашане эти ватные диски. И хочу сказать, что у них есть отличие. Первое, что я заметила, это вот пакетик. Если брать ашановские диски, то здесь есть такая вот, как это называется, перфорация, да, когда дергаешь, и пакетик отрывается ровно по линии, и есть такие шнурочки, которые затягивают пакетик вот так вот, то есть можно его, например, закрыть и положить, например, в шкафчик, чтобы они не пылились, или с собой в дорогу, вот удобно мне брать, я затянула пакетик, и все, они нигде не просыпятся в сумке. Ничего с ними не будет. А здесь вот видите, вот такой косяк пришлось отрывать, отрезать. И неудобно как-то мне показалось. А так, в принципе, диски как диски. Ничего особенного. 27 рублей, по-моему, не стоит в фикс прайсе. Также буду хвалить еще опять компания «Каждый день», Ашан. Влажные салфетки гигиенические алоэ вера, 80 штук. Цена у них в районе 40 рублей, ну плюс-минус, точно не помню. Это, пожалуй, самые лучшие салфетки, которые вообще, наверное, когда-либо я покупала. Они отлично пропитаны, вот именно так, как нужно, да. И нужного размера, цена привлекательная, упаковка большая, надолго хватает. Но единственный косяк, когда долго пользуетесь, то вот эта вот застежечка, она начинает плохо приклеиваться. Ну, в принципе, если вы быстро их используете, то ничего страшного. А в принципе, бывает такое, что я просто кусочек скотча сюда приклеиваю, и нормально все держится. Ну, видите, этот нормально приклеивается. Ну, за такие копеечные деньги, мне кажется, это можно закрыть глаза на такой недостаток. Так, далее опять каждый день для интимного ухода жидкое мыло 250 миллилитров. Взяла просто как попробовать и, знаете, не пожалела об этом. Нормальное такое жидкое мыло, да, так сказать, приятно пахнет.
В общем, ничего плохого не могу сказать об этом средстве. Возможно, что куплю еще. Тем более упаковочка такая компактная. Удобный здесь такой дозатор. Вот. И стоит, ну, вообще не помню, тоже копейки какие-то. Поэтому так вот. Возможно, что повторю как-нибудь покупку. Так, краска для волос. Недавно красила я волосы. Последнее время крашусь вот такой вот палет краской. Оттенок золотистый кофе. Но в ближайшее время планирую поменять немножко цвет. Поднадоел он мне. Вот. Ну, краска неплохая, так сказать. Из бюджетных. Очень даже ничего. Палет. Нормальная краска. Вот. Но цвет я буду менять в ближайшее время. Так, зубная паста Colgate у нас закончилась. Защита от кариеса 154 грамма. Здесь отличная зубная паста, наверное, все ее знают, многие ей пользуются. Мы практически вот на постоянной основе покупаем Colgate, редко когда какую-то другую покупаем. Вот. Самая лучшая, наверное, паста такая, ну, из бюджетных, да, я имею в виду. Так. Далее. В магазине Fix Price покупала вот такую пенку скраб-маску 5 в 1. Сужает поры, глубокое очищение, себорегуляция, купирование акне, ровный тон, гладкая кожа без черных точек. Хочу похвалить это средство, оно мне понравилось, но тоже это единственный косяк, жидковато. Вот видите, я даже так вот вымазала тут все. Черная такая маска, скраб-маска, пенка, ну, скорее пенка, навряд ли можно назвать ее так. Вот скраб и маска, да. Когда мне нужно просто быстро очистить кожу, я просто помассирую, поскрабирую кожу, умоюсь. А когда у меня есть свободная минутка, я могу походить с ней в виде маски, использовать. Правда, снижает количество черных точек, кожа очищенная, прекрасно выглядит, поэтому присмотритесь, в Фикспрайсе такие продаются. Вот я была недавно, видела в продаже такое средство. Присмотритесь, попробуйте. Мне очень понравилось. И последнее средство тоже из Фикспрайс. Когда я его купила, несколько раз использовалась, я зареклась, что не буду покупать больше такое средство. Ой, не буду коверкать вот это название. Поняли, да? Но хочу сказать, что в Фикспрайсе появилась новинка. Так мельком расскажу, что взяла я все-таки этой фирмы умывалочку себе новую. Но вот конкретно этой, что могу сказать? Жидковато. Не люблю я такие жидкие средства, но благодаря вот этому дозатору более-менее было ей пользоваться нормально. Если бы не этот дозатор, то средство не очень, знаете, оно бы большой расход имело бы, например, если бы вот в такой упаковке было, да, выливалась бы целая тонна на руки этого средства, и, в общем, так вот. Ну, в принципе, на 3 с плюсом могу оценить это средство, ну, за счет вот этой вот удобной упаковки, скорее всего. Очищает нормально, пенится нормально, в принципе, вот. Так что не знаю, на троечку с плюсом оценю этот гель. Именно такой вот я больше не куплю. Я купила немножко из другой серии, упаковка побольше, дозатор такой помощнее, знаете, уж как бы обновленный, наверное, обновленная серия какая-то. Ну, об этом уже я в следующих видео вам расскажу и покажу. В общем, вот такие вот пустые баночки были на февраль месяц, не очень много, вот, но довольно-таки, мне кажется, интересные есть моменты, вот это, наверное. Вот. Так что так, пишите в комментариях, какими из этих средств вы пользовались, свое мнение пишите, мне будет очень интересно почитать. Также попрошу вас поделиться этим видео в социальных сетях, поставить лайк мне в поддержку и, конечно же, подписаться, если вы впервые на моем канале. Также у меня есть второй канал «Разговор по душам», ссылочка на него будет под видео. Переходите, подписывайтесь, смотрите. В общем, жду вас всех на своих каналах. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.